Всем привет! Это я, снова с вами, Наталья Головкина. А значит, сегодня у нас с вами вторая тренировка. И начнем мы с вами с разминки. Стоя на ногах, будем двигаться от верха до середины туловища и от наших ног до середины туловища. То есть на уровне бедер остановимся, дальше мы разомнем бедра, и после этого наша тренировка будет основана на растяжке. Мы сядем вниз, для этого же прошу вас подготовить коврики, либо просто это может быть полотенце. Мы сядем вниз и немножко с вами сегодня подтянемся. И третья часть урока у нас будет разучивание небольшой танцевальной связки. И, конечно, закончим урок нашего. Уже, наверное, я надеюсь, вам полюбишь цитацию про солнышко лучше. Итак, мы начинаем. Чудесный день, а мне тесно, тебя и мне не оставили. Не так легко, интересно, стали мы черно-черными мирами жить. И маленький твой. Не о новой жизни. Повороты головы. Смотрите, как можно дальше. Носим крутим кружочек, как собака. 6, 7, 8. Yeah.
семь девочек. Сложи. Раскрой. Сложи. Раскрой. И побыстрее. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Открыли свой. К себе. Открыли свой. К себе. Побыстрее. И два раз. И два. И три. И четыре. И пять. Шесть. Семь. И восемь. Опускай руки с головой. Поднимай. Опускай. Поднимай. Внимай, карпитация, плечо, нос, живот, опусти, 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 плечо, нос, живот, побыстрее. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, отдохнули. Плечи, продолжай работу. Пять, шесть, семь, еще разок, раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь, вниз, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, потянули назад, плечи стоят, пять, шесть, семь, восемь, собрать, раскрыть, собрать, раскрыть, собрать, раскрыть, только плечи, раскрыть, грудная клетка на месте, собрать, раскрыть, собрать, раскрыть, собрать, раскрыть, отряхнули себя. Руки наши отдохнули, продолжаем руками работать, вспоминаем круговые движения, которые сделали на прошлом уроке, медленно, вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вверхи. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отдохнули. Кстати, если чуть-чуть. Посмотрите. Вперед. Расслабиться, тянули за ручками, опустили.
взяли сзади, потянули грудную клетку сильно вперед. И небольшие наклоны вправо-влево, руки ставят на бедра. Раз, два, три, четыре, трусик. Раз, два, три, четыре. А теперь рукой потянули себя. Стояли. Раз, два, три, четыре. Повели тело вперед. Пять, шесть. Ручку подняли. Покрутили плечевой сустав. Семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Вперед. Пять, шесть. Ручку. Семь, восемь. Еще разок. Повторим. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остались в этом положении. И вот тянули другую ручку, посмотрели вперед, улыбнулись друг другу. Меня увидите все, пожалуйста. Поднимаем себя. И опять возвращаем в это положение. Подниматься в сторону.
кнопочки можно поставить здесь, и получится такие смешные солдатики. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. И вперед. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Присели. Вынос. Присели. Вынос. Стараться одной рукой держаться за табуретку, второй рукой.
расставили руки, немножко вытянулись вперед, ноги отвели назад, и буквально 5 секунд мы стоим с вами в положении планка. Это не так трудно, как кажется. Кто не может стоять на руках, стоит на локтях, подставили коленочки и потянулись. В этом положении ваши руки находятся максимально далеко, а ваши ваша мягкая зона усаживается на пятки. Выглядит это примерно вот так. Постарайтесь максимально потянуться. С вами переходим к упражнениям растяжки, сидя на полу. Вот сейчас мы с вами переходим к части урока, сидя на полу, сидя, лежа, различные будут упражнения. У нас будет непосредственно растяжка с вами. Каждое упражнение будет длиться примерно 20 секунд. Я буду очень условно считать до 20, ну, либо поглядывать на часы. Но вы при этом находитесь в том положении, в котором мы изначально будем находиться. Например, если это будет складка, то вы лежите до того момента, пока я не скажу подъем. И не забываем, что мы все делаем с улыбкой и с большим удовольствием. Иначе мы не получим никакой с вами пользы. Поставили ручки сзади. Проверили, что ваша спина ровная. Ваши лопатки сходятся и подбородком потянулись наверх. Постарайтесь прочувствовать даже поясницу в этом положении. Стопы находятся в положении флекс, то есть направленные на себя. Не обязательно их сильно зажимать. Они просто находятся в таком положении, не натянутые. Очень хорошо зафиксировали ровную спину, убрали руки, посидели. Давайте в этом положении просто проверим позиции рук. Помним, это третья позиция рук. Очень мягкие у нас с вами ладони. Мы раскрываем руки в стороны. Это вторая позиция рук. Руки округлые, мы как будто держим земной шар с вами. Собираем ручки вперед. На уровне нашей с вами диафрагмы, между пупком и диафрагмой, это первая позиция рук. У нас еще есть другая позиция рук внизу. Это подготовительная позиция. И немножко потанцуем с позициями рук. Красивое положение. И заглянули. Заглянули. Открыли. Пусть они будут немножко согнуты в таком положении.
задача сейчас с вами – это максимально выпрямить свою спину. Посмотрите на положение. Максимально прямая спина, лопатки друг к другу, голова направлена вперед. Приготовились в этом положении, мы сидим 20 секунд. Пошло время. Смотрим прямо. Улыбаемся, солнце. Еще 5 секунд. Смотрим прямо, держим себя, спинку держим свою. И отдыхаем. Поставили руки назад. Стопы потянули вперед. Сейчас сделали их натянутыми. И подняли немножко таз. Посмотрели в потолок. И опустились. Мы просто меняем с вами деятельность для того, чтобы мышцы наши с вами не затекали. Да, мы сидим на ягодичных мышцах, они могут затечь. Чтобы они не затекали, мы упражнения помогаем себе комфортно растягивать себя комфортно. Молодцы. Сели, немножечко пошагали своими ягодичками по полу. Стопы флекс. Потянулись, посидели ровно, руки раскрыли в сторону, лопатки собрали, в этом положении посидим 20 секунд. Подбородок подняли высоко, считаем самолеты глазами, лопатки вниз тащим, друг другу вниз. Абсолютно ровная спина. Еще 2 секундочки. И опустились. Молодцы. Правую ручку потянули к себе, постарались ее положить. Чуть-чуть посидим ее, потянем в сторону. Чтобы спина была ровной, не забываем себя проверять. Взгляд оставили вперед, потянулись к вытянутой ножке. Вторая нога максимально лежит на полу, комфортно просто развалилась. Вот она лежит в положении, кто называет бабочка, кто называет лягушка. Лягушка ногами вперед, как угодно. Просто развернутая нога. У кого она не лежит, можете ручкой немножечко. Ну, мы даже больше с вами просидели, мы молодцы. Подтянули себя и подтянули к себе ногу. Взяли себя за стопу. Не всем удается это упражнение, но мы будем стараться. Сейчас наша задача зафиксировать максимально спину, мышцы спины. Мы отрываем ногу от пола, кто сколько может. Максимальная задача – это выпрямить ногу и держать ее перед собой. Да? Вот он, абсолютно прямая должна быть нога, одна нога лежит, вторая абсолютно прямая и спина, соответственно, ровная. Если вы думаете, что мне легко, вы ошибаетесь. Мне также все это нелегко дается. Но надо же держать себя в форме. Кому и это удалось легко, обнимая свою ногу, тянет стопу и тащит ногу к носу, максимально раскрыв свою спинку, лопатки соединили. И 20 секунд сидим, время пошло. Я, как и все, забываю о времени, потому что, в принципе, для человека тянуться – это удовольствие. Мышцы вам будут благодарны за это. Положили ножку вперед, стопа флекс, и опять к ней потянулись. Максимально постарались грудную клетку положить, подбородок вперед. И выросли. Если у нас с вами нога была вперед, то теперь мы ее стараемся открыть в сторону. Да, в моем случае левая нога, я не знаю, как будет изображение. Наверное, для вас это будет правая.
зеркальный вариант. Для вас это будет правая нога. Мы открываем ее сторону. Опять у нас стопа флекс. И наша с вами левая нога лежит очень плотно на полу. Постарались и правую вытянуть. Опять проверили спину. Посидели 20 секунд. Подбородок высокий, лопатки сильные. Улыбаемся. Это же удовольствие. И опустили ручки. Потянулись. Одной рукой немножко как бы себя обняли. Второй как бы себя накрыли. И потянулись максимально к ноге. Постарались открыть свою грудную клетку и посмотреть в потолок. В этом положении находимся 20 секунд. Буду считать. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11, и 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И чем мягко, медленно подняли себя наверх. Развернули свой корпус к ноге и потянулись. Молодцы. В этом положении мы встаем, в вашем случае, на левый локоть. Обе их косточки седалищные, да? Те, которые, там, где мягкое место, есть косточки. Вот эти косточки сидят на месте, не поднимаются за рукой. Мы сейчас попробуем поставить локоть, оставив седалищные кости на полу. И возьмем пятку. Ну, если мы отрываем ногу, естественно, седалищная кость поднялась. Возьмем пятку вытянутой ноги. В вашем случае это получается правая нога. И постараемся открыть ее максимально в сторону. Сколько получается? Я знаю, что в одухотворении есть девчонки, у которых это легко получается. Люба, Таня, у вас это получается великолепно. Женька, Галчонок, девочки, у всех получается хорошо. И у Кати это получается. Мальчишек не очень, а девчонки молодцы. Потянули носочек. У нас с вами получилось условное положение бабочка. Мы можем немножечко полететь. Очень аккуратно к себе относимся. Все у нас хорошо сидят в этом положении. Тянем, у кого не растянулось все. Тянем. Сюзанна забыла тебе передать. Потянули ноги, положили свои, расслабились, на 20 секунд ложимся к своим ногам. 10 секунд. И вырастаем. Отлично. Вытягиваем вперед левую ногу. Подавили на правую сейчас. Проверили спинку. И потянулись на ножку свою. То есть мы все симметрично делаем с вами для другой ноги. Но она же тоже должна растягиваться. Потянулись, полежали на ней. Почувствуйте, как ваши мышцы, которые под коленкой находятся, под ягодичками. Под ягодичками вашими тоже находятся, как они растягиваются, как спинка ваша растягивается. Нарастаем, берем за пяточку свою ножку, поднимаем ее и помним, что спинка у нас ровная. Да, девчонки, мальчишки? Тянемся. Лена, Миша, Ваня, Слава, всем большой привет! Сюзанна! Катя Барбашенко, Лена Барбашенко, всем-всем привет! Саша, привет!
потянулись, и кто может, взял свою ногу и притянул к себе максимально. И ногу, и корпус мы тянем к ноге. Девчонки и мальчишки, всем привет! Молодцы! Потянулись еще раз к ноге и открыли ногу в сторону. Сели ровно. Проверили нашу спинку. Проверили, что ножка лежит. У нас с вами какая, я все время забываю. У меня-то левая, у вас, наверное, правая. Раскрыли руки, потянулись. И опять постарались посмотреть в потолок. Открыться максимально вот здесь. Отчетом. Прошло 15 секунд. Я знаю, что все у нас всех тянет. У меня тоже тянет, поверьте мне. Медленно вырастаем. Разворачиваемся на ножку. Чуточку потянулись. И выросли. Аналогично. С той стороны поставили ручку на локоток. Никто не ложится. Люба, я знаю, что ты любишь лежать. На локоток. Берем пяточку. И поднимаем ножку. Поддерживаем. Максимально поддерживаем. Поближе к себе можно потянуть. Аккуратно сгибаем. И опять посидим, потянемся вниз, все наши с вами ножки, наши коленочки. Мне удобно подтянуться, взявшись себя пятью пальцами за коврик. Кому-то удобнее так тянуть. Найдите положение каждый для себя и потянитесь. Это положение очень полезно. Вообще для ног. Это вообще растяжка полезна. Всем. Всем-всем. Мамы и бабушки, присоединяйтесь к нам. Все ребята, присоединяйтесь. Мы вас всех ждем. Господа тренеров, мы ждем ваших ответных уроков. Нам очень не хватает вашего опыта. Давайте все вместе делиться накопленным опытом. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы делиться. Пока наши ребята находятся по домам, на карантинах, а кто-то находится в своих школах и учреждениях на карантинах, давайте делиться друг с другом, чтобы не замыкать наших ребят, а то и самих себе. И потом мы друг о друге будем знать гораздо больше. Вырастаем, собрали коленочки. И упражнение, которое я называю «Старичок и красавица». Уходим в старичок, посмотрели себе в кубку. И вытянулась девица, красавица. Очень ровная спина, одели корону на себя, держим корону. И опять мужичок-старичок. И девица-красавица. Мужичок-старичок. Отлично. Ну и мы немножечко продолжим нашу с вами растяжечку, открывая ножки в сторону. Как можно больше. Можно подтянуть себя руками, взявшись спереди и сзади, зафиксировать ноги, пятки и подтянуть себя вперед. Сели ровно, опять проверили спину. Как можно больше толкнули свой таз вперед. Ноги взяли флекс и посидели с ровной спиной.
Опять посчитаем самолеты в небе. Поулыбали солнышко. И таким образом можем с вами общаться друг с другом, передавая друг другу привет, передавая слова нашей любви друг другу и не теряя дружбы, взаимопонимания, при этом получать полезное для нашего с вами тела. Ставим ручки на пол, чуть-чуть от себя, немножко тело под наклоном находится. Опускаясь вниз, как бы делая отжимания, мы натягиваем стопы. Поднимаясь наверх, мы делаем стопы флекс. Готово. Раз. И два. Улыбаемся. И раз. И два. И раз. И два. И раз. И два. И раз. И два. Раз, два, и ложимся вниз натянутыми стопами на наши любимые 20 секунд. Время пошло. Ложимся как можно ниже. Желательно тянуть стопы. Прошло 10 секунд. И медленно вырастаем. Молодцы. Немножко, наверное, ноги затекли у кого-то. Поэтому мы с помощью рук стараемся ягодички дать возможность ягодицам отдохнуть. Опять теперь стопы поставили флекс. Держим себя руками за ноги и ложимся. Но 20 следующих секунд. Постараться положить плечи на пол. У меня, к сожалению, это уже не получается. Хотя. Очки мешают. И медленно вырастаем. Не думайте, что мне легко. Совсем нет. Мы переходим с вами к следующему упражнению. Собираем ноги, освобождаем ягодиц. Немножко расслабились. Потянули к себе сейчас правую ногу, чтобы она тоже расслабилась. Левую. Для этого нам потребуется желательно какой-нибудь предмет. Вот у меня, например, есть вот такая коробка из Икеи, ничего в ней нет превосходного. Мы ее ставим на пол. Мы сейчас будем в эту коробку или в любой предмет, какой у вас есть. Желательно, конечно, чтобы это был кубик. Гимнастический блок. Мы будем ставить голову на лоб, на кубик, при этом поднимать диафрагму, чтобы спина была ровная. Раскрывая руки, спина была ровная. Голова будет лежать на кубике, и мы с вами будем делать упражнение под названием «Самолет», поднимая руки вверх, но не заводя их назад. Родители, те, которые будут находиться рядом с ребятами, пожалуйста, проверьте это положение, что... Посмотрите, я сейчас покажу, как не надо делать и как надо делать. Первое, как не надо делать, так делать не надо. Как делать не надо? Мы с вами укладываем голову еще раз, поднимаем диафрагму максимально. Руки четко в стороны и будут подниматься. Наверх. Окей? Мы сделаем 20 таких упражнений. После 10 упражнений мы задержим руки
на 10 счетов и продолжим с положения наверху. Сниму очки свои, потому что они будут мешать, и все, кто в очках. Я рекомендую тоже снять свои очки, чтобы они не мешали. Итак, лбом. Некую плоскость упираемся в лоб, поднимая диафрагму и сводя затылок. И приготовились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Держите. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И чтобы наша с вами спина отдохнула, поставим локти и потянемся назад. Затылка максимально назад. Ноги могут в этот момент отдыхать, валяться как угодно. Тянусь, тянусь, тянусь. И отдыхаем. Прекрасно. Коробка нам пока не понадобится. Мы сейчас с вами ложимся лбом на наш с вами коврик. Руки опускаем вдоль корпуса. И будем 10 раз поднимать наше тело. Посмотрите, что это будет. Опять-таки, мы сводим лопатки, голова внизу. Мои плечи не опустились на коврик. Мои плечи подняты. И я 10 раз поднимаюсь. Понятно? Прекрасно. Начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подставляем ладони и максимально потянулись назад, плечи опускаем, плечи не поднимаем. Мы сейчас работаем с вами с мышцами спины, с укреплением этих мышц. Молодцы. Еще чуть-чуть. И посадили свои пятки, свои ягодицы на пятки. Руки вытянули максимально вперед. И посидели в этом упражнении. Расслабились. Отдохнули. И опять вниз. Сейчас нам опять понадобится наш с вами кубик или коробка. Поставим туда лоб. Руки разложим в сторону. И мы с вами будем поднимать ноги. Ноги должны быть абсолютно натянуты. Пусть они на 1 миллиметр оторвутся от земли. Ничего страшного. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И опять отдохнули. И сели между своих ног. Сели между своих ножек, потянули четырехглавую мышцу. Не очень приятное, надо сказать, упражнение, но мы чуть-чуть потерпимся. Кто не смог сесть в это упражнение, причин может быть сколько угодно, мы не будем обсуждать причины. Кто не сел, тот просто отдыхает. Вот в таком положении.
вами продолжаем. Мы садимся в положение полушпагат на правую ногу. Левую ногу максимально вытягиваем. И посидим, поддерживаем нашу спинку, поддерживаем равновесие. Заднюю ногу максимально стараемся вытянуть. Девочки, это упражнение максимально для вас. Теперь руками мы упираемся в пол. Своей правой рукой упираемся в пол. Левой рукой захватываем свою заднюю правую ногу, ногу, которая оказалась сзади. И максимально притягиваем к себе. Опять-таки растягивая переднюю поверхность бедра, четырехглавую мышцу квадрицепса. И отдыхаем. Постарались вытянуть голень перед собой, нашей правой ноги. И положили корпус. Вы можете завалиться на заднюю поверхность бедра. Кто-то может лечь в такое положение. Найдите удобное для вас положение, чтобы ваша правая нога максимально тянулась. Левая нога, соответственно, у вас вытянет. Молодцы. Вырастаем. Расслабили ножки. Потянулись к ним. Максимально расслабленные. И все сделали с другой ноги. Сели красиво в полушпагат. Поправили ровно и сделали заднюю ногу, дотянули максимально. Прям как можно дальше ее оттащили от себя. Поставили левую руку на пол, правой ногой подтянули к себе стопу. И потянули свою четырехглавую мышцу правой ноги. Кто готов еще в этом удерживать равновесие, пожалуйста, сколько угодно. А наша задача потянуться с вами, да? Максимально постарайтесь пяткой достать до ягодиц. Нелегко, но надо постараться. Это очень полезное упражнение для того, чтобы у нас с вами не забивалась четырехглавая мышца, а ей свойственно забиваться. Мы вытащили голень левой ноги и улеглись. Опять-таки напоминаю вам, что мы максимально ищем растяжение на задней поверхности левой ноги, на задней поверхности бедра. Потянулись, прижали. Медленно себя вытаскиваем, расслабили ножки и поставили себя на локти. Совсем чуть-чуть сделаем упражнение на пресс, совсем немножко. Большая просьба не задирать плечи, ни к ушам, ни вперед их не тянуть, а выталкивать грудную клетку как можно больше вперед. Упражнение будет очень простое. Мы немножечко пошагаем. Помимо пресса мы занимаемся с вами всем телом. Да. И сегодня первоочередная задача – это все-таки растяжка. Это грудная клетка наша работает. Сейчас в данный момент растягивается. Две ножки к себе, от себя к себе. От себя, к себе,
от себя все легко. К себе, от себя, к себе, от себя, к себе. Разложили бабочку, не выпячиваем живот, только грудную клетку. Собрали, от себя, к себе. Раскрыли, собрали, от себя, к себе. Раскрыли, собрали, от себя, к себе. Раскрыли, собрали. Вот сейчас поднимаем ноги наверх, до тех вам бока, потому что вам было мышцы видно. Подняли ноги наверх, подержали немножко, раскрыли стороны, собрали, согнули. Согнули, упираемся с стопами, с руками, стопами, стопами. Простите. Так, чтобы наша с вами нога подъемнышка потянулся. И опять поднимаем ноги наверх, подержали немножко. Раскрыли стороны. Можно потянуть носочки, не можно, а нужно вообще. Кому удобно, можете со стопами вдоль себя потянуть, что так, что эдак. Очень хорошо. Опять стопы потянули. Максимально пяточкой далее вперед, чтобы наш подъем превращался в корочку. И третий раз. Раз. Два. Кто готов, можно потянуть свои стопочки. Собрали. И три. И четыре. Подняли себя. Хорошо. И теперь любимое всеми упражнение. Мы обхватываем собственные ноги. Немножко работаем с прессом, опять-таки. Орешки. Мы как орехи для белочки катаемся. Кто, где, как угодно называют это упражнение. Ну, мы будем кататься на спине и возвращаться в исходное положение, удерживая свои собственные ноги, то есть находясь в положении группировки с ровной спиной. Мы с вами будем катиться на плечи и садиться в исходное положение, успевая вытянуть спину. Приготовились? Раз, и серии два спины вытянули, и раз, и серии два спины вытянули, и прокатились, и спину потянули, прокатились, спину потянули, прокатились, спину потянули, и достаточно, вытянули свои ноги. Расслабили их, поработали стопой. Молодцы. Пораскрывали стопу. И 10 динамических складок из положения третья позиция. Высокий подбородок, спинки ровные. Приготовились. И раз. И два. И три. И четыре. И пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. И помним, что главное – улыбка и удовольствие. Мы переходим к самой классной части нашего сегодняшнего урока. Это разучивание, небольшое разучивание, небольшие связки. Всего лишь на 16 счетов для проверки нашей с вами координации. Ну и, конечно, заключение будет танец «Пролучистая солнышко». Итак, начинаем. Выпад в сторону, ногой, а рукой толкаем что-то в противоположную сторону. Раз, в исходное положение, два, с другой ноги. Три, остались в этом положении и приставили ладонь противоположной руки. Получился такой цветочек. И этот цветочек перекрутили
и собрали. Еще раз этот фрагмент. Я делаю выпад. Правой ногой в сторону. Проседаю немножко в колени. И левой рукой, как будто что-то отодвигаю. Ладонь в состоянии флекс. Возвращаюсь обратно. Другой ногой. Делаю выпад. Я сажусь, у меня коленочка очень мягко. Открываю ручку в сторону. Присоединяю правую руку. Делаю цветочек и собираю ручки за партой. Приготовились. Выпад правой ногой в сторону. Левой рукой отталкиваем невкусный какой-то еду невкусную. Я отталкиваю мороженое, чтобы легко. Раз, два. Другую сторону то же самое. Три. Замерли в этом положении. Подтянули снизу руку. Четыре. И цветочком мимо зрителей пронесли. Пять. Шесть. А теперь руки, которые лежат на парте, мы пытаемся как бы под них пролезть. Семь. И восемь. Еще раз. Выпад. Оттолкнули. Выпад. Оттолкнули. Цветочком. Парта. Пролезли под заборчик, остановились, приготовились. И оттолкнули, исходные, оттолкнули, ручку подтянули, цветочек, парта, пролезли под забор. Чуть поживее. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще разок. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Приготовились. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У вас всегда есть возможность поставить на паузу, повторить, отмотать еще раз и еще раз. Мы показываем вам наш урок в записи. Поэтому всегда есть возможность не торопиться и не суетиться, и не кричать, что фау, у меня не получается, все, я больше делать ничего не буду. Вы можете всякий раз сдвинуть на предыдущее место как-то значок play, и у вас все получится. Поехали еще раз, потом эту восьмерку под музыку. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Посмотреть, не забудьте на зрителя. Я за музыкой скоро вернусь. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяю под музыку. Танцуйте, импровизируйте. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, он сядет в сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Начинаем следующую восьмерку. Выпад на правую ногу в сторону зрителя, и мы толкаемся локтем, как будто мы едем в забитом, набитом трамвае или находимся в лифте, и на нас кто-то набирает. Раз. Подтянулись. Два. Два шага вокруг себя. Три. Четыре. Мы остались немножко боком к зрителю. Левую руку выкидываем вперед. Пять. Правой рукой подбиваем левую и делаем хлопок. Шесть. Резко разворачиваем корпус. Семь.
и посмотрели головой в осень. Еще раз. Мы сделали нырок. 7, 8. Выпад. 1. Подтяжка. 2. 2 шага. 3, 4, 5. Хлопок. 6. Принесли руки. 7 и 8. Еще разок. Под заборчиком провели. 7, 8. Выпад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Чуть побыстрее. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще разок. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что, пробуем вторую часть музыки. Солнышко, ну чистое, когда решила, как дела.
давайте на зарядку выбегайте, хорошенько потянулись, наконец с тобой проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем, все готовы. Начинаем, все здоровы, я не слышу, все готовы. Становитесь по порядку, на веселую зарядку приготовились, начнем и все вместе попоем. Солнышко лучше стоит. Упражнение. Встали тихо на носочки, стянем руки, что есть мочи.